Боевая бацилла войны, ну никак, похоже, не лечится. Я смотрю на людей, а они не собачатся, нет, человечатся. А война не старуха с клюкой, и не время злое и страшное. Это то, что творите вы, люди. Хоть на танках, а хоть в рукопашную, но воюет лишь человек. И ему подобного нету, кто умеет так сильно и страшно разрушать родную планету. Так ответьте ж мне, люди добрые, горемычные и недружные. Не хотите войны? Так зачем же вы берете в руки оружие?